получится третий уровень. А! Чика тута! Чика тута! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня я приглашаю вас поиграть в Five Nights at Freddy's Security Breach. Мы в прошлый раз еле-еле спаслись от Чики. Мы сделали пиццу, угостили ее прекрасной пиццей, и теперь она ее пожирает, эту самую пиццу. А нам тем временем нужно с вами что сделать? Нам сейчас подскажут наши фаст-часы. Отвлечь Чику и пробраться на погрузочную площадку через кухню. Разве мы уже не отвлекли ее? Мы уже отвлекли. Значит, мы можем идти на погрузочную. Карта, покажи. Что здесь есть погрузочное? На каком этаже находится? Через кухню. Короче, мне трудно ориентироваться в этой карте. Давайте просто идти. Ох, какой... Погодите, мы уже на погрузочной. Это уже погрузочная. Слушай, опять выход. Мы на кухне, кстати. Тихо. Как раз таки вот Чика. Смотрите, какая вкусная штучка. Что-то интересненькое. Нажмите Tab. Прочитать сообщение. Инструкции по эксплуатации пресса. Пресса, блин. Идем. Есть. Я нашел погрузочную площадку, но здесь ничего нет. Здесь есть большие гаражные ворота, но я не вижу способа выбраться отсюда. Видишь эти органы управления? Какие органы управления? Опа, я вижу вот это. Это мне надо. Это мы заряжаем фонарик. И причем я так понимаю, что он одинаково заряжается по времени, независимо от того, насколько он разряжен. Вот это, да? Похоже на то. Здесь есть странный закрытый ящик со значком. Это управление погрузочной площадкой. Что-то здесь не так. Похоже, что кто-то изменил уровень полномочий. Тебе нужен намного более высокий уровень допуска, чем... А чтобы выбраться этим путем, возвращайся ко мне как можно скорее. Вернуться к Фредди. Найти управление погрузочной площадкой. А куда же нам идти, чтобы к Фредди? Прям вот весь путь заново? Не верю я, что нужно весь путь заново проделать. И здесь причем нельзя никак сохраниться. Стоп, а если мы пойдем прямо? Где мы вообще? Прямо мы можем, кстати, пойти куда-то. Не зря эта дверь светится. Да, нам нужно сюда, мне кажется. Сюда можно только персоналу. Ты потерялся? Как ты здесь оказалась? Как она здесь оказалась? Откуда она? Отсюда, может быть? Идет она. Оп. А. Присели. Все. Нас не видят. Мы можем спрятаться. А надо ли нам сейчас спрятаться или нет? Нам нужно, чтобы она вышла отсюда. Вот в эту дверь. Отлично, она идет. Как раз таки прячемся. А мы... Блин, мы даже выглянуть не можем, к сожалению. Ну чё... Почему не добавили такой механики? Прям чуть-чуть вот так вот, краем глаза. Прям вот... Как, знаете, коты любят выглядывать из-за угла. Они вот... Или из-за какого-нибудь препятствия. Они всегда вот так вот. Чуть-чуть, прям только глаза. Только по необходимости. Отлично. Прекрасно, идем. Погодите, вот еще сюда можно пойти. Тут очень много мест, где можно спрятаться. Зарядочка. И сохранялочка. Я не знаю, как туда попасть. Блин, робот. Опа, сюрприз. Зачем я трачу на него время? Старый постер. Говно это, просто коллекционка. Он меня будет трогать? Он меня, скорее всего, спалит. Точно.
прошлый раз он именно это сделал. Смотрите, сколько здесь всего? 1, 2. Тихо! Он показал на меня пальцем. Не показывай на меня пальцем. Тут их трое. А! Блин! Требуется третий уровень. А! Чика тута! Чика тута! Прячься! Прячься! Я перепутал случайно пальчиком клавиши «присесть» и «бежать». Вот теперь как понять, где она? Слушаем. Она здесь. Хорошо. Куда она пошла? Такое ощущение, как будто она на месте ходит. Давайте выйдем. Она и правда на месте ходит. Она что, застряла, что ли? Она застряла. Я могу пройти мимо нее? Ой! Мы застряли. Как неприятно получилось, вот даже не знаю. Не очень неловко, очень неловко. Ну ладно, давай, пока. Ой, спасибо, господи, как хорошо. Тихо, давайте не будем напарываться, потому что... А, мы уже напарались. О! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. А этот все меня палят. Короче, когда они делают вот так, значит, что Чика телепортируется прямо к тебе. Ой, она же давно мы сохранялись. А, прям очень давно. Попробуй спрятаться здесь, в душевых. Это же душевая? Нет, это не душевая, это что-то другое. Тут какая-то одежда, какие-то сумки. Нет, это шмот. Это реально чей-то шмот. Тихо. Я застрял в тряпках. Теперь Чика будет смеяться надо мной, потому что я застрял. Стоп. Все, я выжил. Идем. Ползем. Окей. Что-то не понял, как с теми роботами себя вести, потому что их так много, и они очень интенсивно ездят. Ходить нам нельзя. Мы можем только ползти. Пойдемте вот сюда. Может быть, это спасет нас. Походу, да. Робот. Блин, как же их много. Зачем столько роботов на одно такое пространство небольшое? Потому что вот там вот в вестибюле был один или два робота-уборщика. На всю территорию. А здесь их прям тысяча. Блин. Да блин. И они абсолютно неэффективны же при этом. Вы посмотрите, как они меня не замечают. Он с фонариком ездит. Для чего ему фонарик? Я не могу забраться под... О боже мой. О боже мой! It's okay! It's okay! Валим! Я так понимаю, мне нужно вот сюда. Не сюда! Хорошо, мы можем по кругу вот так вот идти от них. Идем. Тихо! Великолепные роботы, максимально продвинутые технологии. Уровень обнаружения просто зашкаливает. Тихо, тихо. Вот он выход. Просто сюда нужно.
А я что, прям вот так могу? Просто вот так. Блин, опять не тот уровень доступа. Она прям здесь? Она за дверью? Позвольте-ка. Задание. Найти комнату охраны в призовом уголке на третьем этаже. И вернуться к Фредди. Карта показывает, что мы вот здесь. Давайте... Мы, кстати, зумить не можем. Нельзя призумить. Мы сейчас вот здесь. И тут нужно как-то вот сюда идти. Местонахождение Фредди, кстати говоря, где? А где мы его вообще оставили? Вы видите, что я не вижу его? Я ж один только его не вижу, или мы все его не видим? Мне кажется, мы все его не видим. Дружник. Сабабич! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блин, мы возвращаемся обратно, прям в самое начало. Может быть, мне и нужно туда? А она будет снова здесь? Кто? Вау! Она будет прямо сзади! Я не знаю, короче. Попробую пойти вот так, обратным путем. Че за место? Я здесь не был. Пейте фас-шипучку. Текст на утверждение. Привет, ребята. Любите фас-шипучку? А сможете за день выпить по бутылке каждого вида? Участвуйте в звездном испытании. Виноград, лимон, вишня. Все ваши покупки будут сохраняться в памяти часов фас. Выпейте их все. Будьте первыми. Станьте круче всех на районе. Классный. Классный приз. Блин! Как я так изворотливый? А, как она так? Она еще изворотливее, чем я. Да полное говно то, что сейчас происходит. Это не поддается никакой логике. Это что, магическая чика? Это что, магия замешана здесь? Что происходит? Как мне играть в эту игру? Окей, просто пытаемся еще раз повнимательнее посмотреть. Очевидно, что нам нужно идти только вперед. Я еще в прошлом выпуске говорил, что просто идем в новое место и не задумываемся. А потом сам же решил пойти назад. Вот здесь я, кажется, в западне, а он идет прямо на меня. О, нет. Попробуем обойти. Повезло мне или нет, кто знает. По-моему, надо валить. По-моему, надо спрятаться срочно. Увидела меня? Кстати, блин, у меня же карта есть. В плане камеры. Мы же можем с помощью камеры увидеть. Так. Мы где вообще? Мы вот здесь, кажется, да? Или где? Вот мы прошли через вот это и вот сюда. Да, мы здесь. Выходим. Здесь мы? Да, вот мусорный бак. Точнее, бак для белья. Мы вот оттуда пришли. А куда нам дальше-то идти? Фу. А, стоп, я уже был здесь. И что мы здесь видели? Осторожней, осторожней. Ох, сволочь. Что это? Прячет? А, я язык себе прикусил. Вон она здесь. Вот она ходит. О, хорошо, оказывается, мы можем как следует все видеть.
Смотрите, тут двое столпились, один другого домогается. Этот просто проехал сквозь. Сюда мы... Отсюда мы никуда не пойдем, да, уже, получается? Хорошо. Давайте вылазим. Осторожней. Слушайте, а мы попытались вот в эту дверь-то залезть когда-нибудь, хоть раз в жизни? Требуется уровень доступа. А, погодите, а вот здесь что? О! Это интересное место. О! Смотрите, 14, час 45. Что-то новенькое. Возьми карту. Возьми карту. Возьми карту. Прочь с дороги. Она добрая! У нее добрые глаза! Вернуться к Фредди. Задание следующее. Где это я? Ты только посмотри на это. Фредди? Фредди, ты меня слышишь? Я в ловушке. Наверняка ты думаешь, что ты очень хитер, Грегори. Да, я знаю, как тебя зовут. Ты влип по полной. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь, в бюро находок, пока за тобой не приедут родители или полиция. Ну как, тебе весело? Кто это сказал? Кто сказал? Найти комнату, сбежать из бюро находок. Кто сказал это? Как это Ванесса? Ты? Нет, ты не Ванесса. Ты просто игрушка Фредди. Отвертка! А что происходит с музыкой? Что происходит с музыкой? Меня убьют? Кто? Меня убьют? Повторить попытку. Погодите, но я же до сих пор не сохранялся. Неужели опять? Неужели опять все заново проходить? Фух, нет. Какой-то кролик-убийца. Так. Окей, нам нельзя двигаться пока что. Короче... Опа, вот она. Вот кто сказал это. Эта девушка-охранник не знает еще, что творит. Она не ведает. Она потом поймет и будет помогать нам. А отвертка от чего? Вентиляция? Вентиляция? Так, ну? Как мне зайти? Как мне зайти? Почему мы не заходим? Ну, меня бесит это все. А, продолжается? Погоня-то продолжается. Так какого хрена? Отпусти меня! Я не понимаю. Вот все хорошо, только так все плохо. Это боль. Что ж, мы отвертку взяли, проникаем. О, теперь легко пролезли. Выникаем. Что у нас? Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Нам нужно в лифт. Грегори. Фредди, помоги. Крольчиха нашла меня. Если ты получишь это сообщение, приходи ко входу в гонки Рокси на этаж второй. Я принес несколько коробок, чтобы ты мог перебраться через строительное ограждение и найти меня. Что-то блокирует мой сигнал. Приходи к гонкам Рокси. Я слышу тебя. Уже иду. Она все еще здесь. Я слышу ее. Где бы сохраниться? На второй этаж. Гонки Рокси. Да это не сохранится.
Мы уже на втором этаже, да, кстати? Гонки Рокси, это в какую сторону? Не знаю. Давайте посмотрим по карте. Значит, что у нас тут? Что мы видим? El Chips. Bonibo. Или фиг знает что. El Chips. Super... Super Starcade. Эй, пиво. Ладно. А сюда нам сюда нельзя нам. И вот сюда нельзя нам. А куда же нам можно? Только в ту сторону, получается. Нет. 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 Как так быть? Как быть? Стоп. Прям меня едет! Опа! Сохранялка. Воу! Воу, 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 воу! Нужно спрятаться! Спрятались? Спрятались. Там сохранялка. Очень надо. Вот она, чертова волчиха. Вот сохранялка. Она что, нюхает? Как она может нюхать? Она же робот. В ней что, встроены сенсоры? Да, да, да. Наконец-то. Идем отсюда. О! Смотрите. Вот сюда. Я это слышала. Она это слышала. Опасность. Опасность повсюду. Коробки. Он сказал про коробки. Это вот они. Правильно? Чего так напарываясь на них? Все. Сдавайся. Тебе не победить. Смотрите, что с Фредди? Фредди! Что такое? Что такое? Вот ты где. Я так волновался. Я ждал и ждал тебя. Я пропустил подзарядку в этот час и пытался пробраться в отдел запчастей обслуживания. Мне кажется, что что-то тут не так. Что я могу сделать? Помоги мне добраться в отдел запчастей и обслуживания. Конечно, могу. Как нам туда пробраться? Он находится под главной сценой. Обычно я спускаюсь туда на лифте после каждого концерта. Это единственный известный мне способ попасть туда. Воспользуйся дверью, что находится за мной. Она приведет тебя в репетиционный зал с другой стороны здания. Найди билет за кулисы, а затем попытайся включить лифт. Удачи тебе, звезда. Перехожу в режим отдыха. Ты че, VR-шлем? Хорошо. Я постараюсь. Найти билет за кулисы в репетиционном зале. Окей, все. Хорошо. Он сказал, дверь за ним. Это сюда. Кстати, мы можем подняться наверх еще, по-моему, нет? Нет, не можем. Че у нас с фонарем? Дофига еще. О, сохранялка. Вот с ними нельзя переборщить, мне кажется, с сохранялками здесь. Надо каждый раз, когда вижу, как только попадается в поле зрения, то раз, попалась. Даже ты снова случайно еще раз посмотрел, сохраняйся. И случайно еще раз. Постоянно сохраняться надо здесь. Ты не знаешь, то ли глюк, то ли внезапное появление монстра тебя... Монстра как-то вульгарно звучало. Аниматроника. А, мелькнуло. Кто это сказал?
Готова поспорить, я нравлюсь. Ага. О, господи. Сдается мне, мне нужно вон туда, где свет. Где этот зарядка для фонарика находится. Аккуратненько. Аккуратненько. Четвертый уровень доступа. Никто не будет скучать по мне. Фига ты жесткая. Выключаем. Выключаем фонарик. Ни в коем случае больше никогда не включаем его. Еду прям за ящиками. Отлично. Жесть, она по-больному бьет. Убежал! Убежал. Значит, здесь мы можем спрятаться. Она сзади. Но мы не можем быть уверены. Она может быть и спереди внезапно. Мы это уже проходили. Ох. Хорошо, у нее длинный waypoint. Ты какого хрена ты здесь тормозишь? Окей. Разворачивается. Бежим. Он едет. Он ускорился. А мне что делать? Мне негде спрятаться. Стоп, а сюда можно? Уу. Интересное место. Куда? Это, наверное, просто передышка, да, здесь? Нет! Блин. Короче, в таких только коллекционке. В сумках у нас важные предметы. Робот? Мистер Робот? Сюда! Оп! Проехал! Отлично! Так, какого фига? Оп! Здесь ничего нету. Как же они хаотично двигаются! У нас здесь есть камеры? Вот я. Вот робот проехал. Я слышу где-то шаги ее. Он проехал. Выползаем. Хрена. Хрена себе. Он внезапно, получается, остановился, развернулся и тут же меня спалил. Как здорово, блин. Хорошо, они не только разворачиваются, но еще делают круг на 360. Вот сейчас он... Выходим. Какого дьявола? Что здесь? Воу. Уже побольше всего. Но все так же чисто для передышки. Смогли. Дошли. Вроде бы. Во. Хорошо, ладно. Ну, раз мы напоролись уже на эту штуку, возьмем, почему нет. Фигурка Глэмчики. Тихо. О, май гад. О, май гад. Присели. А! Уродство.
Фредди сказал, что я здесь могу найти билет за кулисы. Сохраняйся! Вообще плевать, сохраняйся, все. Есть! Хорошо, пока идем. Сейчас по стелсу максимально прошлись. Максимально аккуратно. Ну, не максимально, ладно. Неаккуратно, ладно. Резко двигаюсь и прометчиво себя веду. Но это я, это Евгений, мой стиль. Мой стиль, если нравится, подписывайся на канал. А, билет за кулисы. То есть вы поняли, да? Нужно все использовать, вообще все, что мы видим. А сумка сейчас будет коллекционкой, да? Найти управление лифтом в комнате за кулисами. Итак, что мы нашли? Записку. Сообщение. Новых 2. Инструкция по эксплуатации пресса. Пресса, господи. Соблюдайте осторожность. Заполните пресс для мусора, подайте питание на двигатель. А зачем? Внимание, прежде чем перейти к шагу 3, убедитесь, что все сотрудники и боты находятся на достаточном расстоянии от пресса. Очень страшное что-то. Отчет руководства. Дублер. Так как Бонни больше не работает, новым бас-гитаристом будет Монти. Отдел запчастей и обслуживания уже внес все необходимые модификации. Эта замена может пойти нам на пользу. Монти может стать еще популярнее, чем Бонни. А что с Бонни случилось? Почему Бонни не работает? Она что, постарела на пенсию или что? Не знаю. Я знаю, что надо сохраниться еще раз. Таким образом мы сэкономим время, если вдруг сдохнем, потому что не придется снова брать пропуск. Здрасте. Мы вернулись. Мы вернулись! А куда она теперь? Управление лифтом в комнате за кулисами. Сдается мне, мне сюда нужно идти. Это крокодил, это Монти, да? А, мы сейчас можем выбрать пойти сюда, либо сюда. Бас-гитарист это Монти, а это была Чика. Вы заметили, как я зашел, и сразу тишина. Они знают, что я иду. Что за прикол с дверьми? А, ну сюда. Это было как испытание, знаете, выбираешь правильную дверь с нужным символом. Ты голоден? Sneak away, little coward. А? Nobody will miss you. А зачем я сюда пришел-то в итоге? Hey, kid, come on out. We're only trying to help. Это сцена? Это считается? Прячься сколько хочешь, трусишка. Требуется Фредди. Я что-то не понимаю. Я прошелся просто за кулисами сейчас и ничего, никакого толка. Найти управление лифтом в комнате за кулисами. Стоп! Мне надо вернуться, я там что-то не нажал, судя по всему. Откуда она говорит? Оно ж... вот где-то здесь находится, да? Вот кнопки какие-то появляются. Погодите. Взять пропуск. Здесь есть кое-что еще. Что это? Выглядит старым. Так, Грегори, что ты сделал? Что-то случилось? Пропуска позволяют открывать пронумерованные защитные двери. Общий уровень допуска игрока отображается на часах фаз. Я снова могу использовать связь. Похоже, ты исправил мой сигнал. Спасибо. Я вижу тебя на мониторе. Можешь встать? Считает,
Это вторым дыханием, что? Фредди, я вижу Рокси и Монти по камерам. Они направляются к комнате. Не впускай их. Защитные двери оснащены электрическими сдерживающими средствами. Если они будут пытаться выломать дверь, нажми соответствующую кнопку. Удар током должен их оглушить. Ну как мне отсюда выбраться? Видишь эту большую шахту в полу? Возможно, ты стоишь прямо на ней. Если я смогу добраться до комнаты под тобой, то могу попытаться открыть ее и выпустить тебя. Смотри за мной по мониторам. Если я помашу рукой, нажми кнопку перед соответствующим монитором, чтобы открыть дверь. Вот ты где. Скоро увидимся. Грегори, быстрее, я не могу остановить ее. Что я должен сделать, получается, сейчас? Какую он дверь будет ломиться? Сюда! На тебе! Ха-ха-ха! Опа, сюда ломится! А где Фредди? Вон он! Надо открыть дверь! Понял! Механика ясна! Они сделали как бы аналог старых игр. Это прикольно! Какую он хочет дверь? Дверь с микрофоном? Погоди, Фредди! Где ты? Не... не смей! Ой, я лету! Фредди, где ты? А, вот ты где! Иди, иди! Вали, вали! Резче! Так, и всего двое. На самом деле, не очень сложная задача, по-моему. Ага, он опять сюда идет. Так, он хочет, чтобы я снова открыл ему дверь. Он здесь. Быстренько мы так с ним. Рокси что-то втупляет. Скорее, сюда. Куда? Куда? Ага, вижу. На! Куда он идет? К микрофону. Ты видишь меня? Я вижу тебя. Спаси меня, чувак. Задание обновлено. Сбежать через вентиляцию. Я ничего не вижу. Фредди, она здесь. Фредди! Не работает. О боже мой. Они сейчас до последнего доведут, да? Как только они вломятся, а они вломятся прямо вот сейчас, уже скоро, я смогу покинуть. Эта решетка откроется. Давай, Фредди! Ах. А что так много? Что я должен сделать? Или я что-то должен еще сделать? Опа. Прыгаем! Есть! Ты спас меня! Мне жаль, что я не смог найти управление лифтом. Мне удалось найти эту круглую штуку. Следуй за мной в атриум. Это диск с программой для сценического шоу. Если ты используешь его в звуковой кабине, то сможешь запустить развлекательную программу, которая активирует лифт. Ну так следуй за мной. Следую. А... То есть это ты как бы будешь следовать за мной, я так понимаю. Ублюдок. Сохранялочка. Есть. А, вот теперь мы идем за ним, окей. У Рокси, конечно, такая стрёмная тактика для маленького мальчика. Просто еще скажи, твои родители тебя не любят. А, по-моему, как раз таки говорила. Слишком рыжий волос, еще скажи. Герпес на губах, скажи. Вредная. Смотрите, мы здесь снова. Грегори, мои системы failing.
Грегори, мои системы дают сбой. Что? Короче, нужно запустить... Мне мало времени осталось. Я буду ждать здесь. Короче, нужно запустить диск. Использовать диск в звуковой кабине, чтобы активировать главную сцену. Звуковая кабина где? Давайте посмотрим на карте. В звуковой кабине, чтобы... Ладно. Звуковая кабина... Короче, она где-то там, он сказал. Пойдем туда. Тут что, никого нету, кроме роботов? Мне некого бояться. Чика, она где-то здесь. Party check-in. Вот, нам сюда нужно. Беги, беги! Меня видно! Кто-то меня видит. Так. Я не понимаю, где они меня видят. Что? Не здесь? Меня не здесь? Смотрите, прям вот красным, я красным горю. Party check in. Ладно, это получается не то, это не кабина звуковая, это именно здесь билеты, видимо, показывают, это пропускная. Пойдемте наверх. Блин, я даже не вижу их. Он сказал, что кабина находится на третьем этаже. Это первый, это второй, это третий. Спасибо, Грегори, наконец-то ты сказал это. Благодарю тебя. А как мне попасть туда? Почему здесь так много защитных барьеров? Как мне попасть туда? Вон Рокси. Скорее всего, Монти находится где-то внизу. А, черт, как плохо. Бежим. А, все, я слился, я слился. Ну? Лифт! Может быть, вот здесь? Иди нахрен! Как же ты меня, блин! О! А, черт! А, черт! Что же делать? Куда же идти? Все, она прям за мной. Прячемся! Нет, все, спалило. Нам нужно просто найти эскалатор, который не заставлен. Смотрите, вон они. Аккуратненько. Тут вот что важно, не попадаться этим роботом. Они на самом деле гораздо опаснее. Они хрен знает, как ездят. Все хаотично. Смотрите, как плохо, блин. Отвлечение. Урод, 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 отпусти меня! Вот! Он идет за мной. Четко уверен, идет за мной.
Сволочная, сволочная, блин! Куда-нибудь спрятаться! Смотрите, она до сих пор идет, прикиньте. Еще и меня увидели. Блин! Давай! Давай! Давай, 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 стамина, не подведи! Я уже сдался, я уже смирился. Я уже смирился. Как хорошо, что я жив. Как хорошо, что я жив. Только мне теперь еще надо вернуться будет. А сохранялка только вот на втором этаже. Использовать. Окей, нажать кнопку на сцене. Мне нужно вернуться на сцену. Я не могу пройти. Я не могу пройти. А почему другие аниматроники не идут на сцену сразу? Это же их выступление. Они должны сразу такие, оп, пора. Не просто же так все это. И, кстати, играют под фанеру, оказывается. Вот так вот. Позор. Зачем тогда они вообще практикуются в своих комнатах? Все это так странно. Все есть. Я могу вот так спрыгнуть? Могу. Теперь нужно сохраниться обязательно. Давай. Есть. У! Осталось только теперь на сцену. Опа. Да какого ж хрена? Что ж ты за урод такой? Побежали. Бежим. Бежим, бежим. Сюда. А! Как хорошо, что я сохранился. Как хорошо, что я сохранился. Как вовремя. Этот зайчик, Ванесса, она идет за мной. Ой, как темно стало. А! Вот так? Все окей? Блин, он едет ко мне! Окей. Мы живы. Значит, аккуратненько теперь. Смотрим, кто на первом этаже. Крокодила нет уже на месте. Я думаю, самое время воспользоваться отвлечением. Блин, не получилось. Вообще без толку это все было, оказывается. Я не понял, как сейчас я выжил. Вообще, что сейчас произошло? Я уже просто смирился с тем, что я сдохну. Вон она. Тихо. Вот так. Короче, с ней достаточно просто за любое препятствие зайти. А это значит, что мы прошли. Мы здесь. Фредди! Фредди, они меня бежали столько раз. Отличная работа, звезда. Просто нажми на эту кнопку, и лифт привезет нас в отдел запчастей и обслуживания. Ох. Эффект этот начинался только что. Ванесса шла за мной. О, нет. Сколько сейчас времени? Эта лунная тварь поймает меня. Вот, на стене. Скорее нужно добраться до зарядной станции. За мной. Это был воспитатель? Ты уже должен был быть в кровати. Черт, я думал, мы покончили с ним. Фредди! Ты как бы сказал, что идти за тобой. Где? Куда идти? Стоит, тварь, стоит. Он так и будет стоять? Это баг? Так нужно?
Я не могу пройти. Войти? Я сам зарядился. Нет. Нет. Добраться в отдел запчастей и обслуживания. Меня лишили Фредди, моего единственного друга. Это, наверное, лучший персонаж здесь. Вот Луна мне очень нравится. Воу. Кто это? Кто ты? Кто-то страшный. Мне бы сохраниться где-нибудь. Уровень доступа 4. Фредди, ты меня слышишь? Там Фредди, нужно вызволить его. А как вот пробраться? Давайте, как в контре, прыжок с шифтом, чтобы присесть. Нет, так нельзя. А как мне быть-то? Сюда нужен доступ. У меня его нет. Пойдемте в обратку. Ой, блин, мой господи. Привет, возьми эту карту. Возьми эту карту. Ты меня задолбал. Ты меня задолбал. Вот в этот раз ты меня прям сильно напугал. Карта для технических коридоров. Ненавижу эту штуку. Смотрите, что это там? Сохранялка. А, есть. Короче, друзья, мы сохранились, а значит, можно на сегодня заканчивать. Мы продолжим в следующий раз. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал, потому что это улыбка будет вас радовать всегда, если вы подпишетесь. С вами был Юджин, и всем пять!